История несчастной любви, радости и горя, с которыми сталкиваются те, кто уехал из России жить в другие страны в миксе с ритмичной музыкой. Спектакль «Пробежка. Берег Вавилона» стартовал на первой очереди набережной. Идея авторов преодолеть границы своих возможностей, вдохновляясь историями о преодолении границ другими людьми. На премьеру необычного спектакля Екатерина Борисенкова пришла уже подготовленной. За день до предстоящего события попробовала самостоятельно пробежать по маршруту. Участвовать в спектакле позвали знакомые. Задумка, мне кажется, очень интересная, и, наверное, поэтому я и здесь. Ну, необычно, по крайней мере, что-то новенькое. Перед пробежкой организаторы провели разминку с участниками. Неподготовленному человеку пробежать 4 километра не так просто. Во время забега было 5 остановок, на которых перформеры показывали различные действия, сопровождаемые историями жизни российских мигрантов. Нельзя однозначно сказать, что мы тут хотим сказать. Мы лишь даем такое облако образов, в котором зрители уже сами найдут какой-то свой опыт и покопаются. Спектакль «Пробежка. Берег Вавилона» – лауреат конкурса «Рупор-63», который является социальным лифтом для молодых режиссеров и практикумом для студентов продюсерского курса «СГИК». Молодые специалисты сами набирают команду для реализации своего проекта и от нуля до выпуска прорабатывают идею, которая потом представляется на городском уровне. Мы им как бы помогаем все сделать так, чтобы проект был реализован. И вот проект «Берег Вавилона» – это как раз лауреат премии, который получил на «Рупоре» в феврале этого года на научном этапе. У нас их три победителя. И это как бы второй реализованный проект уже. У каждого участника был свой финал. Часть сошли с дистанции, те, кто добежал до финальной точки, получили титул зрителя спектакля. Виктория Шара, Никита Колосов, Константин Головин. События.